Телеканал КРТ представляє. Петро Олексійович, я вважаю вас одним з найпідготовленіших українських політиків, блискучим оратором, взагалі людиною, яка в ті часи, можливо, єдина могла тягнути цей віз. Це правда. Я не знаю, хто, окрім вас, тоді в перші роки зміг впоратися з цією проблемою. А можна було ще більше хвалити Порошенка? Или все-таки це було необхідно для того, щоб задавати острі питання? Вам, як журналісту. Ви знаєте, для мене дуже важна об'єктивність. І для того, щоб задати головний питання, потрібно було показати карту. А з чого состоїть карта? Що я сказав? Я сказал, что Порошенко самый подготовленный, я думаю, самый подготовленный из президентов украинских. Я так считаю. Смотрите, я Порошенко ненавижу. Так же, как и Путина. Для меня это вообще два сапога пара. Но я же не могу говорить, что Путин слабо подготовленный лидер своей страны. Да он блестяще подготовленный. Я за объективность. Порошенко блестяще подготовлен. Образован, грамотен. Все должности прошел, имеет большой опыт, бэкграунд, все. Это первое. Второе. Когда он пришел, конечно, у всех была надежда. Конечно, была и надежда. И у вас в том числе. И у меня, к сожалению, в том числе. Я иногда бываю идиотом. И у меня хватает всегда сил это признать. И я вообще считаю, что только сильный человек может признать, что он где-то был идиотом. Я признаю это. Я на Виктора Андреевича так надеялся. Мне казалось, что все, тогда начинается вообще... Ну, я идиотом оказался, к сожалению. Также я надеялся на Петра Алексеевича. Мне казалось, что сейчас, ну, он-то послужит Украине, ну, историческая миссия у человека, такой шанс. А в результате победила его жадность, его цинизм и его... Вот эта армия Мова Вира, вот то, что он общество не сшивал, а наоборот разъединял, и под шумок с Путиным Шуры-Муры вел, это отвратительно все. Он вообще отвратительная фигура. Это позор. Это темное пятно на истории Украины. Я это говорил все время на телеканалах и у себя в Ютубе. И меня терзала одна мысль, что я плохо выгляжу из-за этого, потому что я не говорю это ему в глаза. И у меня вдруг предоставился счастливый случай сказать это ему в глаза. Меня глодала постоянно мысль, как можно было, избравшись президентом с такой поддержкой, в такой тяжелый для Родины момент, торговать с Россией, не называть войну войной и особенно иметь эту липецкую фабрику, конфеты которой продавались по всей России, включая оккупированные территории. Ну, это интервью 18-го года, вернее, видеофрагмент 18-го года. Нет, это видеофрагмент, я думаю, что... 19-го года. Ну, вот, возможно. YouTube показывал 2 года там. 19-го. Это уже было после выборов Зеленского. Это начало Савика Шустера. Я думаю, 19. Конец 19-го наверняка. А вот как вы думаете, если вы сразу начинали критиковать Порошенко, вот, не питая иллюзий, а просто анализировав то, что он тогда начинал делать касательно разжигания войны, касательно вот такой агрессивной риторики, которая даже внутри Украины разделяла украинское общество. Вы бы сели со мной просто в следующую камеру или, возможно, мы там прямо в одной бы сидели? Вы знаете, я критиковал Порошенко, это можно проследить по Ютубу, с 17-го года. То есть... Спустя, он избрался в 14-м, да, 3 года после его избрания. До 17-го года у меня были какие-то еще надежды. Они таяли. В 17-м году я уже понял, что это крах. Я понял, что это крах в 17-м году. Многие не поняли это до конца, поскольку у него секта большая. Я его недавно назвал Мария Деви Христос. У него секта, он чисто гипнотизирует публику, и довольно много людей при здравом уме, когда я им начинаю какие-то излагать свои аргументы, они меня не понимают.